Всем привет с канала Комрад Майор и новая часть в рубрике моделирования. Завершаем мы распаковку посылки с модельной лавки. И здесь у нас третья модель от фирмы ICM. Это немецкий бомбардировщик времен Второй мировой войны Авиа Б-71. Выполнен в 72-м масштабе. Рекомендуется для сборки от 14 лет, либо уже чтобы был некий опыт. Вот такой должен получиться окрас и вот такой окрас крыла. Что интересного в этой модели? Очень давно я хотел его собрать, потому что на подобном самолете я летал в War Thunder. И могу сказать о том, что он интересен. Как бы он идет двухдвигательный, кабина идет по центру самолета, а впереди расположена носовая турель. Как бы это один из бомбардировщиков, который не был каким-то схожим на другие у немцев. Я предлагаю сначала посмотреть декали. Они представлены вот в такой вариации. Эмблема полка, бортовой номер. Также здесь идет с крестами Люфтваффе. И эмблемы именно подразделения летного. Инструкция у нас выполнена в двух разворотах. И, честно говоря, инструкции я не был доволен. Я думал, она будет изготовлена чуть лучше, потому что ее немножко перепутали, напечатали. Как бы идет первая часть сборки, потом идет два листа окраски и уже последующая сборка. Сборку нам предлагают делать либо под 41 год от командования Люфтваффе, либо под 40-й год, это у испытательного центра. Также есть вариант окраски 41-го года от Киттингена. И самолет первой эскадрильи 5-го полка ВВС Болгарии. Это как раз где используются вот такие вот эмблемы в виде знака X. Сборка, не сказать, что ужасная, но вот первый шаг, и в нем задействовано около 20 деталей. Причем это нарисовано мелко и в такой проекции, что может быть немного непонятно. И я скажу, что это сразу определенный минус, причем значительный минус, так как инструкция – это главное, что может быть в сборке подобного рода больших моделей. Дальше уже где идут крылья, где идут движки, все более-менее понятно. И также понятна установка прочей фурнитуры. Поэтому, что касаемо сборки, я думаю, она может затянуться, чтобы подгонять именно, чтобы все было ровно. Также все запаковано в их обычный пакет. Его мы выкидываем. И здесь у нас идет пакет. Также на клейкой основе для прозрачных моделей остекленения самолета. Остекление. Здесь у нас идут фонари кабины и фонари самих пулеметных установок. То есть это смотрится действительно интересно, действительно необычно, так как такого самолета еще у меня в коллекции нет. Размах крыльев уже можно будет понять, каким он будет. То есть это более 15 сантиметров. Дальше у нас идет литник с вооружением. В литнике вооружения нам представлены бомбы и снаряды. Насчет него нужно будет тоже все вырезать очень аккуратно, потому что опять-таки вот гипертонкие детали, те же пулеметы, чтобы ничего не сломать, не отломать. Идет два литника с движками, которые можно будет даже отдельно собрать, чтобы они лежали. Здесь ничего суперсложного быть не должно, потому что движки состоят из 8 деталей. Потом идет хвостовой руль, шасси и элементы именно хвоста и его оперения.
А здесь на этом литнике идет сам хвост, который сейчас мы сможем увидеть в примерном масштабе, и нижняя часть фюзеляжа, где фиксируются движки. Хвост будет примерно вот такого вот масштаба, к которому уже будет именно присоединяться все прочее. Можно подумать, что модель маленькая, но на самом деле нет. Она будет порядка 20 сантиметров, что для 72-го масштаба самолетов времен Второй мировой это более чем достойный размер, который передает полный масштаб и тонкость самой работы. К тому же расшивка сделана довольно подробно, но очень тонко. И я думаю, нужно будет аккуратно покрывать это краской, чтобы не перелить слой краски, чтобы он не закрыл именно саму расшивку, потому что потом наносить ее, это соскабливать краску, это иметь себе дополнительные проблемы, которых не хотел бы получить именно в этой модели. Модель стоит порядка 1000 рублей, по скидке на модельной лавке 907 рублей. Модель более чем качественная, так как выполнена от ICM. Я бы не смог собрать ее, наверное, от звезды, либо от... Ой, не от звезды, прошу прощения, от Восточного экспресса, либо от Огонька. Инструкция была бы в разы хуже, и качество пластика было бы такое, что крылья бы просто повело в сильнейший перекос. А так, любителям авиации Второй мировой войны, в частности, самой авиации Германии, я его крайне рекомендую, для того, чтобы как раз-таки пополнить свою коллекцию. С вами был Камрад Майор. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и оставляйте обратную связь. На нее мы всегда отвечаем. До скорого, пока!